Всем привет! Сегодня мы посмотрим на новую тачку Hyper Drive. Скорость у нее хорошая, управляемость отличная, способность очень хорошая. За несколько корон дает ускорение на 5 секунд, и в начале ускорение дается хороший импульс. Поэтому можно от кого-то быстро убежать или кого-то быстро догнать. Ну что ж, давайте посмотрим на гипердрайв в катке.
Thank you.